Всем большой привет! Я рад вас приветствовать на своем канале. И сегодня отойдем от темы сладкой выпечки и покажу вам рецепт салата быстрого. Как же он быстрый, такой же он и вкусный. И для этого салата понадобится яйца, фасоль. У меня красная, можно брать белую. Ну, с красной оно как бы поинтереснее, что игра цветов. Сыр твердый должен быть, кукуруза и панировочные сухари, ну и сам майонез. Берем посуду, где все будем собирать. Первым слоем у нас пойдет фасоль. И здесь чуть-чуть майонеза. Теперь кукуруза. Опять немножко майонеза. Если с майонезом никак, то в принципе можно и сметану или йогурт. Все, пока в сторону. Теперь натираем на крупной терке яйца. Яйца протерли, теперь следующим слоем пойдут яйца. Этот слой надо немножко посолить. И опять немного майонеза. И смотрите, если вы любите чеснок, на этом же этапе можно сверху еще выдавить чеснок. Намазали этот слой, теперь оставляем в сторону и займемся сыром. Также будем протирать на крупной терке. И украшаем сверху. И теперь последний слой майонеза. И последним штрихом просто украсить сверху сухариками. Ну и все, друзья, салат готов. Тут чуть ли не салат пятиминутка можно назвать. Тут раз-раз, сами видели, продукты накидал, вот салат и готов. То есть это салат на быструю руку. Возможно, вам в копилочку пригодится. А
На сегодня у меня все. Всем хорошего дня и пока-пока.